Не очень, может быть, популярная цифра, я скажу ее, для инвесторов особенно. На 2 миллиона 300 квадратных метров объектов недвижимости прекращено действие инвестконтрактов. У нас есть принципы, по которым мы как бы отбираем, принимаем решения. Принцип, если ухудшает транспортную ситуацию, то мы, конечно, отказываемся. Если проект не начат, если проект только на бумаге, отказываемся. Если, конечно, проект в стройке, но мы понимаем, что инвестор вложил деньги, да, что люди наработают, что это зарплата рабочих. Ну, конечно, такие проекты мы вынуждены продолжать. Но мы еще одну очень серьезную работу ведем. Мы даже по строящимся объектам предлагаем уменьшить технико-экономические показатели проекта. Непопулярная тоже мера. То есть мы предлагаем, мы предлагаем уменьшить плотность, уменьшить этажность, количество квадратных метров. Посмотрите, город отказался от ряда проектов сити. Ведь и город отказался от проектов, которые стоят сотни миллионов долларов. То есть это миллиардные проекты, город отказался. Мы могли спокойно продать. Город мог спокойно продать. Желающие есть, сегодня ничего в сити не строить. Транспортная инфраструктура практически решена, проект раскручивается. Поэтому желающих очень много. Но мы приняли такое непопулярное решение, отряды отказались. На месте, где планировалась мэрия, паркинг, будем строить. Паркинг ведь это тоже затраты, вложения, которые имеют длительный срок окупаемости. Они с точки зрения инвестиционной привлекательности не очень интересны, но мы вынуждены на это идти. Слушайте, вы приняли столько непопулярных решений для девелоперов. Там не зреет еще революция среди них. Революция. Да. Как вы с ними вообще? Что-нибудь другое бы сказали. Давайте, во-первых, разберем все-таки в приоритетах. Надо понимать, что мы работаем на народ и на население. Это мы понимаем, вот но это у девелоперов-то нет, свой вот интерес, первое, а тут такой приходит из Казани министр и говорит: так, все было неправильно, это вредно для города, теперь здесь этого не будет. Вы знаете, вот после этого выступления вы на самом деле всех девелоперов настроите против меня. Я не настаиваю. Таким подходом. Я ставлю себя на ваше место, и тебе становится страшно. Мне тоже. Я вам объясню позицию. Во-первых, я не принимаю никаких решений единолично. Комиссия и рабочая группа, и ГЗК, туда входят все люди, которые имеют прямое или косвенное отношение. Любой член рабочей группы или ГЗК имеет право высказать свою позицию, и мы подписываем протокол. У нас много протоколов с разными мнениями. Поэтому сказать, что я там являюсь человеком, который контракты инвестиционные закрывает, нет. Я объективно смотрю, потом вы еще ведь поймите, у меня вы достаточно... Вы являетесь человеком, который поменял правила игры, и для них это большое потрясение. Вы знаете, во-первых, я правила игры не менял единолично, это наше как бы системное такое решение правительства, это раз. Второе, я хочу пояснить, что на сегодняшний день все девелоперы, которые есть в Москве, они вот будут иметь в ближайшие годы большой объем работы. Может быть, менее доходный, но они будут иметь большой объем работы, они имеют большую перспективу. Посмотрите, программа парковочных мест. Если всех парковок, сколько нам нужно построить, то это будет триллион в деньгах. Пожалуйста, пусть строят стратегию на ближайших 5 лет. Расселение промышленных зон. Тысячи гектаров нерасселенных. Да, тяжелый хлеб. Он нелегкий, невысокомаржинальный. Вот. Он хлеб для профессионалов. Пожалуйста. Реконструкция, реновация кварталов старых. Пожалуйста. Строительство, полицентрация, полицентрическое развитие города. Сегодня у нас в основном все проходит в центре. На окраинах сбалансированное строительство жилья и производства и рабочих мест. Пожалуйста. Только приветствовать будем. Будем помогать инфраструктурой, будем помогать дорогами, школами, лишь бы строилось то, что нужно городу. У нас задача, наоборот, максимальное количество наших девелоперов втянуть в работу, составить, отказаться от сверхприбыльных проектов, где, сегодня в центральной части города построил одно крупное здание, ты мультимиллионер. Давайте мы как-то нормальную норму прибыли, как все будем зарабатывать, как во всем мире зарабатывать. Девелоперский хлеб, он нелегкий.